Про найголовніше за 21 жовтня поговоримо із Романом Світанном. Пане Романе, добрий вечір. Раді вас бачити. Вечір добрий. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, маємо насичений новинний день понеділка, але перед тим, як почати, ми тут спочатку звертаємося до нашої з вами шановної аудиторії. Хто дивиться просто зараз цей стрім, пишіть свої міста, звідки ви нас дивитесь. Знаємо, що вас дуже багато, тож дуже цікава нам географія нашої з вами аудиторії. Ставте цьому відео лайк наперед, якщо не сподобається, в кінці можете забрати. І підпишіться на цей YouTube-канал, тому що лише так ті меседжі, ті теми, які ми будемо обговорювати, їх почують якомога більше людей. Пане Романе, починаємо з того, що глава Пентагону сьогодні раптово прибув до Києва, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, на зустрічі з президентом Зеленським в Києві оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Пане Романе, з чим ви пов'язуєте таку раптовість приїзду до очільника Пентагону до Києва? Та як би ви оцінили цей візит? І от загально хотілося б почути вашу аналітику. За последнюю неделю идет такое броуновское движение руководителей ведущих стран разного уровня, начиная от президентов и заканчивая министрами иностранных дел, в том числе министрами обороны. И мы это видим постоянно. То есть, особенно после встречи Байдена с Шольцем и руководителями Франции и Великобритании, мы это увидели. То есть и движение Шольца в сторону того же Стамбула, этот, причем срочное. Вот приезд министра обороны в нашу столицу, контакт с нашими руководителями как минимум. Но для нас все хорошо в этом смысле, ну как минимум. То есть с пустыми руками не приезжают такого уровня лица. Нам сейчас важно вооружение, причем в первую очередь. И эти 400 миллионов помощи, которые нам передадут в качестве техники, боеприпасов, они очень нужны на линии боевого соприкосновения для того, чтобы остановить российское ползучее наступление. Оно, в принципе, уже приостановлено, надо его полностью остановить, вывести в зиму в том положении, в котором сейчас есть, то есть попробовать фронт стабилизировать, ну а дальше за зиму уже размотать россиян, особенно по Восточному фронту. Вот такие презенты, если так можно сказать, подарки, они для нас это очень важны. Потому как минимум положительный момент вот в этом есть. Ну а по поводу броуновского движения принимаются какие-то решения. Причем принимаются решения за нашими спинами. Мы же видим, что не пригласили нашу делегацию. Причины разные могут быть, это уже другой вопрос. Но тем не менее, не пригласили на контакт, который должен был состояться в Рамштайне, он не состоялся, вот мы это тоже увидели. То есть есть моменты, связанные с пока еще непонятным принятием решений. То есть проводятся консультации, проводятся переговоры, мы как-то латентно в этом участвуем, но не формируем повестку дня. Потому, скорее всего, надо будет подождать, до чего договорятся ведущие страны, или, по крайней мере, их руководители, ну а потом сказать свое веское слово, согласны мы с этими договоренностями или нет. Пане Романе, стосовно цього пакету допомоги, я коротко додам, що передбачає він боєприпаси для систем «Хаймерс», артилерійські боєприпаси та ракети ТОВ. Повний перелік він доволі великий, але розуміємо, що це все необхідне на полі бою, прямо зараз для наших українських військових. І до того, що відбувається на полі бою, аналітик видання «Більд» Юліан Рьопке заявив, що російські окупаційні війська нібито перервали оборону Часового Яру Донецької області. І згодом речниця оперативно-тактичного угрупування військ Луганська Анастасія Бобовнікова цей факт не підтвердила, себто спростувала це повідомлення від Рьопке, враховуючи, що противник використовує тактику нині малих штурмових груп, ворожа піхота забігає за канал, якими зараз є загрози для населеного пункту Часів Яр, для самого міста, якими загрози в подальшому можуть бути у разі втрати населеного пункту? Канал Сіверський Донець, Донбас – очень хороший рубеж для остановки противника, особенно в сторону Часов'яра, то есть оттуда, откуда пытаются двигаться россияне. С востока на запад этот канал отсекает эти потуги и удерживал до определенного момента большие группы россиян, особенно техники, потому что сам по себе канал, он уже давно пересох, вода с Северского Донца в Верхнекамерское водохранилище давно уже не подается.
В Донецке, в Макеевке большие проблемы с водообеспечением. Но сам по себе канал хороший противотанковый ров. Через него перебраться, допустим, техника очень сложно. Тем более под постоянным обстрелом наших средств поражения. А вот российские малые тактические группы, они, конечно, могут в режиме просачивания перебираться по каким-то направлениям. Вот по двум направлениям им удалось переправиться с восточного на западный берег. И сейчас идут бои уже на правом берегу или на западном берегу, если в зависимости от сторон света, на западном берегу этого канала. Далеко еще до Часовьяра, хотя сам по себе этот канал можно использовать или можно говорить о нем как о одном из рубежей обороны именно Часовьяра, потому что здесь можно и Рёбке понять, так как он это тоже так воспринимал. То есть этот канал — рубеж обороны Часовьяра. Но сам по себе Часовьяр, конечно, он чуть-чуть дальше, западнее, удерживается сейчас нашими войсками. А с теми группами, которые пытаются перебраться через канал, работает наши штурмовые уже группы, артиллерия, ведроны, авиация. Там довольно-таки успешно справляется с прорвавшимися группами. Потому на данный момент, конечно, никаких стратегических проблем для Часовьяра нет, хотя оперативно-тактически россияне нам уже создали, особенно с востока, то есть с этого района, ну и с юга. Торецкое направление, почему для нас важен связка Торецка и Часовьяра. Это два таких замковых камня, которые не дадут возможности, если мы их будем удерживать, не дадут возможности россиянам двигаться дальше на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. И отход, особенно с Часовьяра, даст россиянам возможность еще и на Константиновку выйти с востока, потому взять уже и эту агломерацию в клещи с юга и востока. Ну, потому надо удерживать, то есть максимально использовать резервы, силы, средства. Почему сейчас важны, вот, кстати, вот эти поездки, если с точки зрения не политической, а военной на них посмотреть, поездки руководителей стран наших, партнеров наших, с передачей или как минимум артикуляцией передачи нам достаточного количества вооружений. Не хватает сейчас некоторых видов по этим направлениям, особенно расходников. Вот эти 400 миллионов, вот это расходники. Да, и, в принципе, перед этим Байден объявил о 425 миллионах. Тоже расходники, как раз те, которые используются на линии боевого соприкосновения. Пакет помощи в 400 миллионов, это примерно... Это минимум где-то наш для использования недельный, примерно недельный мінімум. От перед тим, як перейти до наступної з вами теми, от хто дивиться просто зараз, ставте цьому відео лайк, також напишіть коментар, звідки ви нас дивитесь, знаємо, що вас дуже багато, от прямо зараз пишіть. Напишіть своє питання, пане Романе, якщо є у вас це питання, ми його поставимо обов'язково в ефірі. Пане Романе, до цікавих, насправді, новин про те, що кандидат в президенти Сполучених Штатів Трамп заявив, що погрожував Путіну ударом по Москві в разі вторгнення в Україну, про це він запевнив в інтерв'ю своєму Wall Street Journal. Тут, пане Романе, питання до вас. Тут більше все-таки про військове чи про політичне? І для чого, на вашу думку, Трамп робить такі заяви? Тут виключно про вибори, кон'юнктури і так далі. І також питання, як на такі заяви може реагувати Путін? Ну, в предвиборной борьбе, в принципе, используются все силы, средства для выполнения задачи выйти в финал. Не финала, уже стать победителем в финале. То есть и в том числе и такие политические. Это политическое заявление, понятно, но оно, скорее всего, имело место быть, по крайней мере, в определенное время, так как те попытки российских говорящих голов вырулить из этой ситуации, вот Песков сегодня, ну, очень, так сказать, неумело попытался сгладить эту такую серьезную проблему для Москвы. Это реально серьезная проблема. Скорее всего, такое заявление точно было, и оно прибило Путина в свое время к столу, из-за которого он просто не смог даже встать, не то что наступать. Потому что такое заявление, что удар по, так сказать, если брать именно из текста, погребанной Москве, то это серьезное заявление. И пытались они сегодня вырулить, Песков пытался объяснить то, что они не будут это
такого рода заявления, по крайней мере, как-то обсуждать, ссылаясь на тайну некоторых переговоров. Это как раз говорит о том, что действительно именно такого рода заявления они были, и Путин их к ним отнесся очень серьезно. Поэтому, так сказать, следующие заявления, которые тоже могут быть, они также уже даже не объявляя, они уже бьют по репутации Путина, Москвы и по этому государству. Поэтому Трамп здесь, в принципе, выполняя задачу политическую, то есть поднимая себе как-то, пытаясь поднять рейтинг или позиционируя себя, по крайней мере, не как симпатика Москвы, симпатика Путина, он в конце концов создал большую проблему для самой Москвы. Они долго будут еще из-под этого удара выбираться. А если примет решение американский народ и выберет Трампа, то, скорее всего, на такого рода видят эту реакцию Москвы, понимая, что они боятся такого рода заявлений, только заявления, даже не действия. Но он еще раз повторит, и если надо будет решить какую-то проблему, включая украинскую. Пане Романе, але є і реакція від скандального заступника голови Радбезу Російської Федерації Дмитрія Медведєва. Він заявив, що кандидат у президенти США від республіканців Трамп нібито не міг погрожувати ударом по Москві у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Як заявив Медведєв у коментарі російським пропагандистським засобом масової інформації, якби ці погрози дійсно були, то, за його словами, правитель Росії, диктатор Володимир Путін, відповів би ударом по Вашингтону. І при цьому він зазначив, що американський політик не міг погрожувати ударами по Москві в переговорах з Путіним, оскільки він, як шовковий в діалозі, відносини з ним досить теплі. Як реагувати на таку реакцію з боку Медведєва? Ну, але тут ми розуміємо, що оці слова про те, що Путін відповів би ударом по Вашингтону, це суто пропагандистська історія, яку вони використовують фактично майже постійно. Они друг с другом не переговорили, с Песковым он не посоветовался, как правильно говорить. Песков уже практически подтвердил, а Медведев пытается вопрос решить уже и с Песковым в том числе. Они сейчас уйдут в такую полемику, пытаясь даже между собой, пытаясь как-то обелить Путина от такого рода заявлений, потому что к нему вопросов будет очень много. А Трамп подтвердит, зная Трампа, допустим, он подтвердит свое заявление, иногда может подтвердить и действиями. Это очень хорошо на себе испытали ЧВК «Вагнер» в свое время в Сирии, попал под удар американского оружия, которое очень быстро, в 3 секунды практически принял решение на его использование Трампа российским войскам, даже по ЧВК «Вагнер» в этот момент. И такая непредсказуемость, с одной стороны, импульсивность, может быть, с другой стороны, она не дает возможности Путину как-то просчитать, как вот, допустим, Байден. Он просчитал Байдена, просчитал Обаму и играл с ними в игры, которые привели, в конце концов, к той ситуации, в которой мы сейчас все находимся. С Трампом так может не получиться. Его непредсказуемость может все эти планы Путина просто разрушить. И Медведев сейчас пытается ерзать на всех местах, на которых только можно, которые успели смазать для этого ерзания, пытаясь вырулить ситуацию, в конце концов. Именно для Путина. Не против Трампа, а именно для Путина, пытаясь вытащить его из-под удара. Удара политического. Ну, от якраз, пане Романе, про ІПСО давайте більш детально поговоримо, бо історію про те, що прапори Росії та Північної України нібито повісили в Покровському напрямку і елементом інформаційної пропаганди, про це запевнив керівник Центру протидії дезінформації про РНБО Олексій Андрій Коваленко. За його словами, росіяни зараз масштабують тему КНДР і намагатимуться використовувати її в якості пропаганди, страху проти України і лякатимуть максимально ці історії. Пане Романе, чому, на вашу думку, росіяни почали лякати історію КНДР, наскільки воно дійсно може працювати? Та от в перспективі давайте поговоримо, наскільки все-таки історія з солдатами з КНДР, вона може змінити хід війни, чи в ту чи в іншу сторону повпливати на фронт бойових дій? Нет, они никого не пугают. Это направлено на внутреннее потребление. То есть такого рода информация, тем более масштабированная, она направлена на российские головы. Дело в том, что в последнее время идет поток информации, совсем не радостный для россиян, для российского
руководителя того же Путина, так как от России практически начинают отворачиваться, отказываться или как-то уходить из-под ее влияния, ну, рядом стоящие или те страны, на которые они как-то опирались. Токаев, президент Казахстана, отказался вступать в БРИКС. Впереди сейчас идут совещания БРИКСовские в Казани. И по большому счету вот такой удар от Токаева в Казахстан, на который они сильно рассчитывали, тем более вроде как и Китай имеет определенные рычаги влияния на Казахстан. Но тем не менее Токаев нашел в себе мужество отказаться от вступления в БРИКС. Это удар серьезный по российскому самолюбию, тем более по Путину. Вот это как минимум. Дальше придумали некоторые механизмы, как отказаться от поездки, тот же руководитель Бразилии. И это тоже удар для Путина. В БРИКС не будет уже как минимум одного из основателей и еще предполагаемого кандидата. Это значит для России это уход от них определенных положительных моментов, связанных с тем же БРИКС, проведением в Казани этого совещания, и как-то сгладить этот негатив, пытаются натянуть сову на глобус, то есть натянуть северокорейскую момент этот из нескольких тысяч северокорейцев, натянуть, прикрыть эти негативы, показать, что у них с ними там весь мир. Ну, весь мир для них — это Северная Корея. Это информационный поток. Ну, а реальный, если смотреть с точки зрения военной, на данный момент даже тысячи, пока о тысячах толком никто не говорит, несколько сотен видно было, но даже если тысячи северокорейцев, мы их не заметим, выйдут на линию боевого соприкосновения, мы их просто не заметим. Не заметим в смысле военного давления. А вот единственное, когда начнутся действительно не вопросы, не проблемы, а когда надо будет реагировать на них с точки зрения военных действий, это когда там уже будут бригады, ну, несколько бригад, то есть от 10 тысяч и дальше. Так вот, пока еще не видно, на ближайшее время пока не видно, даже если сейчас есть определенные периоды по подготовке, даже если сейчас северокорейцы начнут готовиться с выходом максимального количества северокорейских войск на наши рубежи, они выйдут в количестве уже для нас опасным или, по крайней мере, для того, чтобы мы их заметили, к весне, а не раньше. То есть полугодовая, как минимум, подготовка должна быть для того, чтобы вывести десятки тысяч северокорейцев на весну. Потому на данный момент это больше все-таки информационный поток для каких-то политических моментов. Но одни из них я уже рассказал. Опять же, мы правильно и грамотно сейчас начали этим пользоваться, так как наличие северокорейцев, а тем более еще и подтвержденное теми же россиянами флагами и так далее и тому подобное, наличие солдат уже регулярных войск третьей страны на территории Украины, это дает нам возможность запрашивать у наших партнеров примерно такого же зеркального действия. Давно уже несколько стран, руководители стран Балтии, той же Франции, еще несколько стран готовы, они уже артикулировали это, готовы были отправить на нашу территорию некоторые свои части, воинские части, для выполнения боевых задач разного уровня, тыловых боевых задач, сопровождения, обучения и так далее и тому подобное. Тормозит Белый дом, тормозит некоторые структуры натовские, вот именно это движение. Потому у нас есть сейчас аргументы. И россияне, получается, нам помогают в этом, пытаясь прикрыть свои проблемы для внутреннего потребления. Пане Романе, звертаємося і до наших глядачів, що ви також можете писати свої думки стосовно цієї теми не тільки під YouTube-трансляцією, яка відкрита прямо зараз. Пишіть свої запитання, якщо вони у вас є, і не забувайте писати, з якого міста ви нас дивитеся. Бачимо, що багато хто пише із Запоріжжя, із Дніпра, із різних міст Німеччини. Великі вітання вам, дякуємо за вашу активність. І передаємо великі вітання від команди 24-го каналу. Нам приємно і також бачити, що нас дивиться не тільки в Україні, але і за межами. Ті українці, які виїхали, але сподіваємося, що зовсім скоро повернуться в Україну. Пане Романе, до того, що відбувалося на території країни-агресорки Росії, 20 жовтня під Брянськом ліквідували російського пілота Ту-22М3. Він причетний до атак на Дніпро та Кременчук. Про це повідомляє
Головне управління розвідки, і зазначу, що вранці 20 жовтня, цитую повідомлення, у саду села Супонєва під Брянськом в Росії знайшли труп воєнного злочинця Дмитрія Голенькова. Якщо правильно сказала прізвище, йдеться у повідомленні, і тіло російського пілота виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком. А на вашу думку, тут ми лише можемо припускати різні сценарії, їх небагато. Це або робота наших спецслужб на території Російської Федерації, або ж якісь внутрішні міжособиці саме в окупаційній армії. На вашу думку, який сценарій буде більш вірогіднішим в даному випадку? І наскільки взагалі важко проводити такі спецоперації на території країни-агресорки, коли так людина, не людина точніше, так, такий пілот які задіяні саме в обстрілах по території нашої країни. Скорее всего, продолжается операция ликвидация, которая началась еще 10 лет назад, после того, как россияне зашли в Украину, наших спецслужб. У нас сейчас стали на ноги, стали одними из лучших в мире подразделений именно по этому направлению. Главное управление разведки, служба безопасности Украины, контрразведка, работает хорошо, силы спецоперации. Сейчас после назначения на одного из замов начальника ГУР на должность начальника службы внешней разведки запустился механизм, в том числе и службы внешней разведки, плюс еще разведки нескольких наших внутренних подразделений, которые могут выполнять боевые задачи за ниткой, то есть за линией границы, за линией боевого соприкосновения. И эта операция ликвидации, она направлена на уничтожение российских террористов, которые задействованы в геноцидных действиях против Украины. Геноцид, он плохо заканчивается для той страны, для тех групп, которые его развязали. Почему? Потому что страну такого уровня, тем более как Украина, десятки миллионов людей, невозможно уничтожить. Ну вот невозможно, нет такого механизма. А, естественно, эффект бумеранга, он накроет и генераторов такой идеи, и исполнительной в том числе. Вот мы сейчас видим продолжение этой операции «Ликвидация», которая в конце концов приведет к уничтожению всех российских террористов, всех, кто участвовал в подготовке и выполнении геноцидных задач против украинской нации. Это займет время однозначно, где-то 15-20 лет, несколько десятков тысяч наших сотрудников спецслужб, а это ликвидаторы в чистом виде, задачи всех такого уровня подразделений, тихо зайти, уничтожить, тихо уйти, выполнить свою боевую задачу. Вот в таком режиме они будут выполнять эти задачи еще, ну, я уже сказал, полтора-два десятка лет для того, чтобы уничтожить всех террористов. Их нельзя оставлять живых. Дело в том, что это не суд, это не внесудебная, допустим, казнь, а это безопасность нашего народа в будущем, безопасность наших детей, внуков. Нельзя оставить ни одного российского террориста, который был задеян. Это как задействовано, это как те же бешеные собаки, их пристреливают. Их не научишь, их не воспитаешь, их не судишь. Чем быстрее вы уничтожите бешеную собаку, тем меньше она покусает и заразит бешенством остальных животных. Так вот, именно в таком режиме должны работать наши спецслужбы. Уничтожение этих раковых клеток. А хотя бы одну, если оставим, она потом может перерасти в какую-нибудь очередную саркому. Потому правильное действие, грамотное, с одной стороны, а с другой стороны, оно уже идет не один год. То есть оно будет просто продолжаться. Время, да, время, деньги, но тем не менее этот вопрос будет решен. Пане Романе, вочевидь, поки наші спецслужби активно працюють на території тимчасової Росії і тримають страху всіх військових злочинців та терористів, там на Росії теж багато чого відбувається, і в Мінсмерті, в Міноборони російському знов почались чергові путінські чистки, там знов шукають когось винного, у Москві йдуть репресії проти топ-генералів за звинувачення в корупції, окрім Міністерства оборони. Читати Мінсмерті, вони торкнулися інших силових відомств, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Пане Романе, в чому причина, на вашу думку, внутрішніх репресій на Росії? Це шукають когось винного в чому-то, десь там, чи інша причина? Ну, нічого нового. Це проводиться такого роду дії тисячі років в людстві, особливо, коли хтось програє або
не получают желаемого. Вешают всех собак всегда на военных, если это желаемое должны были принести военные. Но так как военные сами по себе, по большому счету, это безмолвные механизмы для выполнения задач, на них можно повесить все, что угодно, особенно просчеты в планировании или принятии решений. Вот сейчас московские власти пытаются повесить на военных просчеты в принятии решений на агрессию против Украины. Военные не справились. Да они не могли справиться. Просто не могли. Есть определенные формулы, есть определенные законы ведения боевых действий. Невозможно 40-миллионную страну там 150-миллионной страной победить. Ну, просто невозможно. Они не смогли выполнить эту задачу, они ее априори не могут выполнить. Сколько бы там ни принималось решений дополнительных, вливалось денег, она нерешаема. Потому, так как все политики пытаются быть белыми и пушистыми перед своим электоратом, этих дохлых собак придется на кого-то вешать. Вот военные российские в этом смысле выбраны в качестве таких козлов отпущения. Ну, военным не привыкать. Пане Романе, ми, як завжди, щиро дячні вам за цю змістовну розмову. Дякуємо. За вашу аналітику, чіткі відповіді. Роман Світан, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, традиційно щодня відповідає на найголовніші питання цього дня. І цього тижня з вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз ставте цьому відео лайк, пишіть коментар, звідки ви нас дивитесь, ваші думки щодо тих тем, які ми обговорювали. Підпишіться на цей YouTube-канал та побачимось в ефірі на 24-му.